Всем привет, с вами канал Все про Android, и сегодня речь пойдет о приложении, которое является блокировщиком экрана и содержит в себе три типа блокировки. Приложение называется Wake on Gesture. Приложение можно будет скачать по ссылочке в описании видео. Прелесть данного приложения в том, что оно не требует для работы root прав. Если же у вас есть права, root права, то можете поставить галочку вот в этом подпунктике для улучшенной работы. Три типа блокировки, как я уже говорил, это Pocket, Multiwave и Flip Cover. Pocket, если вы выключите, заблокируете свой смартфон при помощи кнопки блокировки, положите его в карман, то после того, как вы достанете смартфон из кармана, он сразу же разблокирует экран. Flip Cover — это блокировка при закрытии вашего смартфона чехлом. При выборе блокировки Multiwave, блокировочка, как разблокировка, так и блокировка телефона, будет срабатывать при проведении над телефоном просто ладонью. Над датчиком приближения можно задать количество повторов, то есть количество раз, которые вы проведете, здесь выбрать циферку, и задать промежуток времени между тем, как вы проведете жест. Сделайте определенный жест над датчиками вашего смартфона. Я проверил приложение, великолепно работает и без root прав. В любой момент можно включить, выключить приложение. Помимо того, что приложение имеет вот такую вот кнопочку пуск, в самом приложении еще на экране блокировки можно включить, и будет отображаться вот такая вот, такое вот уведомление, то есть по старт или остановка данного приложения, или же убрать это уведомление, don't show, поставить крестик, и уведомление не будет показываться. Что еще необходимо после установки приложения? Оно предложит вам получить, вернее, как бы не получить, а сделать себя администратором. Если же этого не произойдет, зайдите в настройки. В настройках необходимо будет перейти в общие, выбрать подкладочку безопасность и посмотреть подкладку администрирования устройства. Вот она, эта подкладочка, она называется администраторы. Здесь должна стоять галочка. Эту галочку, если вам приложение по каким-то либо причинам не подойдет, для того, чтобы удалить, необходимо будет убрать, снять здесь галочку, иначе приложение не удалится. А сами настройки приложения, они, как я уже сказал, довольно просты. То есть три типа блокировки. Особое внимание уделите именно вот промежутку между тем, как вы будете проводить над дисплеем вашего смартфона, и вот здесь отрегулировать необходимо будет сенсор. По умолчанию у меня здесь, по-моему, было 50, но при 50 значениях вот этих оно не срабатывало, поэтому я уменьшил, скажем так, не знаю, это уменьшение или увеличение чувствительности. Ну, вот при значении 10 у меня великолепно стало отрабатывать приложение. То есть все настройки довольно-таки просты, несмотря на то, что приложение на английском языке, как я уже сказал, что три типа блокировки. Отрабатывает приложение великолепно, то есть все свои функции выполняет на 5 баллов, так что я думаю, что многим данное приложение покажется полезным, и они установят его на свой Android смартфон. То есть, что мы получаем? Сейчас у меня выбрана блокировка по проведению над дисплеем. Нажимаем старт. И проведя рукой над смартфоном, мы получаем блокировку экрана. Проведя в обратную сторону, экран разблокируется. Довольно-таки просто, также по другим типам блокировочки, ну, если установить, если заинтересует данное приложение, можно будет проверить по работе с чехлом и по работе с, допустим, там, прячете вы в карман или в сумку смартфон. Вот такое вот, на мой взгляд, интересное приложение, которое, думаю, многих заинтересует. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал. Да, скачать приложение можно будет по ссылочке в описании видео. Оставляйте комментарии. До новых встреч!